Добрый день, друзья. Я опять к вам вышла из машины, потому что мы с Машкой сейчас пошли доделать свои дела. Сыр, кстати, я купила турецкий, слава богу, занесли. Надо было штраф не пойти заплатить за машину, то, что к нам приходило, но это место закрыто. Сейчас тоже мы едем уже к Алику, потому что разве папа звонил, говорит, они все матчи выиграли. Это я приезжаю уже, я чуть-чуть его поснимаю, потому что они скоро уже закончат. Может быть, их будут награждать, я не знаю, потому что медали никогда им не выдавали. Может быть, сегодня выдадут, я не знаю. Поэтому поеду сейчас туда, заодно поддержим его с Машкой. Ему тоже будет приятно нас увидеть и... чуть-чуть поснимаю тоже для вас. И вот так. В Ликлер я зашла тоже. Тортики там и есть. Наруто нету, конечно. Там есть Avengers, это Marvel. И уже девчачьи. Ну вот я возьму Marvel и один этот... как рулетик, что он такого стиля. И все, хватает. И соки. И все. Больше я ничего не буду брать. Все, друзья, короче, я поехала. Друзья, мы пришли, еле нашли место, и то совсем в другом месте, потому что смотрите, что здесь творится. Люди садят машины, где попало, где возможно. Мы вообще на трассе остановили, ну, на главной дороге, и вот идем пешком сейчас. Ну, нормально, не очень далеко. Я надеюсь, мы не опоздали. Надеюсь, они еще играют. Где-то 2-3 круга мы дали. Думала, может, кто-то выйдет, но нет. Никто не выехал. Я уже остановила подальше, ничего. Главное, дождя нет, хорошая погода. Можно походить пешком. Сейчас пойдем посмотрим, как у них там дела. Машка впервые будет смотреть. Первый раз ты увидишь, да, как Алик играет? Она никогда не видела. Давай прямо, мам. Смотрите, что здесь творится. И там заполнено. Сейчас вам покажу паркинг. Сам паркинг этого стадиона на что похож. Там вообще места нет даже развернуть машину нормально. Смотрите. Автобусы. Вот здесь не 3 автобуса, смотрите, сколько. 7 автобусов. Друзья, мы уже пришли, но мы опоздали. Они уже закончили, но они взяли первое место. Они все матчи выиграли. Алик говорит, сегодня будут их награждать. Я так рада. Аж плакать хочется. Они ходили по всем стадиону, кричали, пили от радости. Потому что у них всегда второе место было, а сейчас уже вот все матчи они выиграли. Сейчас играют большие старшие, наши сидят вот там, болеют за них. Пока наши выигрывают. Все,
знаешь, а? Сожалею. Блин, да мне радует. Salam.
друзья, мы уже дома. Такие уставшие, ужас. Алик тоже особенно. Алик прямо зашел в ванную. Я так рада за него, вы себе не представляете. Несмотря утром устал, ему вообще не хотелось идти, ему была лень, не знаю почему. Я ему сказала: мам, представь, сегодня вы вообще первое место возьмете, потому что они, сколько ни играли, у них всегда было второе место. Я говорю: мам, представь, сегодня будет у тебя первое место, а ты не хочешь пойти, из-за тебя твоя группа проиграет, потому что у них в команде там несколько детей только нормально играют, и в том числе Алика, конечно же. Я говорю: вот представь, ты их подведешь, они за тебя проиграют и все такое, как ты их бросишь в свою команду. И вот так его подрила и забрала. Когда я поехала на место, он такой подбежал: мама, мы все матчи выиграли, мы у нас первое место, нам, возможно, медали дадут. Такая радостная была. И каждую 5-10 минут ко мне подходили родительницы, родители хвалили ему: ваш сын так хорошо сегодня играл, не знаю что. Некоторые даже не знали, все равно меня знали, как не знаю. Сам тренер тоже такой довольный был, сразу сказал: сегодня отлично говорит, играл, молодец, не знаю что. Мне так приятно было, у меня аж слезы наворачивались на глазах, я еле сдержала себя, аж плакать хотелось, честно. Как будто он чемпионат мира выиграл. Но я очень рада, я очень горжусь им, и мы будем стараться, чтобы он вперед шел бы, потому что этот спорт прям правда для него. И у него, что самое главное, у него получается. Потому что если бы не получалось, ему было бы трудно, да, мы бы сказали, ну не хочет он, плюс не получается, что за толк его подталкивать дальше, да. Но у него и получается, и у него телосложение для этого спорта, и плюс если он хочет, он может добиться большего. Поэтому я буду стараться, и мы с Резо будем стараться, чтобы его до конца довести, чтобы он именно не выходил с этого спорта до последнего, пока мы решаем. Им дали 2 кубка, ну, как вы видели, и самую главную медаль, конечно же. Алик думал, что им каждому по медали дадут, но нет, им дали в их клуб 2 кубка и эту огромную медаль. Кто-то фоткались, кричали, там, знаете, как там по возрасту у Алика меньше 8 лет, там есть меньше 10 лет и меньше 12 лет, и, в общем, все эти команды выиграли, заняли первое место. И поэтому сегодня в этой игре наш город был самым первым и занял первое место. Все так радовались, вы себе не представляете. Очень было приятно. Честно, много фоткались, их все фоткали. Я думаю, нашего города журнал, что выпускают каждую неделю, кажется, возможно, их фото там поместят. Я надеюсь. Я обязательно буду следить за этим, чтобы, может быть, и будет их фото тоже. Я сразу позвонила, говорю: так и так. Он тоже начал радоваться. Но жаль то, что я не успела посмотреть, как он играет. Вот это меня чуть-чуть огорчило, конечно же. Из-за этих мест тоже я где-то полчаса потеряла. Я когда дошла, уже они, ихняя группа уже не играла. Уже только старшие заканчивали свой матч и все. И, ну, то, что другие начали его хвалить, я поняла, что он хорошо играл. Он и так всегда хорошо играл, и сегодня, наверное, еще лучше играл. Молодец, я очень довольна им. Так что так, друзья, сейчас тоже быстренько их накормлю и хочу пойти до закрытия магазина за тортами. И, в общем, мне тоже сегодня... Печень не палуся! Столько дел было, вот из-за этого все пропустила, но ничего. Ладно, все хорошо. Да, ничего. Пойду за тортами, куплю соки и все. На понедельник уже у меня все готово. А еще мне нужно под вечер начать готовить бисквит. Так, лень. Да, мама. Ветчина смокрая. Он воду, наверное, выпил, поэтому. Машка тоже уставшая. Там мы стояли где-то час. Ждали, когда все закончится, пока их не... Потому что знаете, как там... Даже они, если не продолжают игру, если их не время закончилось, они должны ждать своих друзей, там, в другую группу или из других городов команды, что приехали, их надо ждать, пока все не закончат, чтобы все разошлись одновременно. Когда все закончили, потом мы
ждали результаты, потом пока они сказали результаты, потом пока они раздали эти медали, это все. Очень много занавески, божья коробка. Божья коробка? Да. Да, ничего. И поэтому мы там долго простояли, но ничего. Самое главное, что все хорошо прошло. Я очень рада. Я говорю, вот тебе, ты сам себе подарок сделал на свой день рождения. Вот так, друзья. В общем, я пойду сейчас тоже чуть-чуть отдохну, быстро их накормлю, и мы пойдем, чтобы успеть. До скорого. На сегодня я уже с вами попрощаюсь. Всем хорошего вечера. Да уж какого вечера, уже ночь. Всем спокойной ночи и до завтра, друзья. Всем пока. Не забывайте, конечно, ставить лайки, подписываться на мой канал. Встретимся с вами, наверное, завтра. Посмотрим, потому что мы решили повести детей в цирк. И если мы поедем в цирк, то обязательно с вами поделимся. Так что всем пока, друзья.